Благовещенский сельский округ включает в себя всего один населенный пункт – станицу с одноименным названием. Здесь живет 3500 человек. По итогам прошлого года удалось сделать немало. Отремонтирована поликлиника, школа и детский сад. Решена давняя проблема жителей переулка Паркового. Дорогу здесь заасфальтировали. Отсыпали щебнем улицы Черноморская и Северная. Все обращения глава округа, по словам станичников, рассматривает лично. И что самое главное, в течение нескольких дней решает проблемы. Вам особую благодарность и вашей команде тоже. И действительно, кто не придет, кто не обратится, вот и по уборке там территории, по обрезке деревьев там или еще электроэнергии, у вас нет такой-то. Туда звони, сюда звони, вы берете все это на себя. Спасибо вам. Еще одно достижение прошлого года – обновление и оснащение сельского дома культуры. Здесь установили новое оборудование сцены, а также приобрели удобные кресла в зрительный зал и современную звуковую и световую технику. Сельский дом культуры, особенно в зимний период, становится центром притяжения для станичников. Благодаря приобретениям возможность проводить массовые мероприятия для селян существенно увеличились. До прихода нового главы, как сказать, немножко тормозилась вся работа Дома культуры, и не было такого мощного финансирования, как с приходом Сливина Евгения Борисовича. Люди стали охотнее приходить в ДК, мероприятия проводим для учащихся школы, сколько на неделю 3-4 раза проводим мероприятия именно для подрастающего поколения. После доклада жители станицы задали главе свои вопросы. В основном это касалось водоснабжения, уличного освещения и уборки мусора в прилегающих лесополосах. Этот мусор мы убираем и уберем, да, но, дорогие станичники, я просто хочу сказать, да, у нас сейчас отдыхающих нету. Сейчас никто не отдыхает, это ссорят не отдыхающие, это кто-то среди нас, есть такие люди, да, которые там оставляют эти пакеты. Без вашей помощи этого порядка очень тяжело навести, да. Но говорите нам, говорите, кто это делает, говорите, где это делают. Мы уберем. Евгений Борисович приступил к исполнению обязанностей главы только в июле прошлого года. Однако за это время успел показать себя грамотным управленцем и рачительным хозяином. В оценке его работы жители были единодушны. Знаете, с каким бы вопросом Совет ветеранов не обратился к ним, мы всегда видим поддержку, а это очень приятно. Поэтому я вот хочу сейчас просто сказать огромное спасибо им за ту работу, которую они работают именно с нами, с Советом ветеранов. Хочу вот ответить так, что хочу признать оценку нашей работы, нашего главы администрации депутата удовлетворительной. Руслан Душевский, Анапа, регион.